Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами видео обзор на вот такие вот конфетки «Райские облака. Блаженство в легкости». Суфле лимонное, сливочное на сливочном масле. Вот, также здесь на разных языках составы. Здесь состав у нас на русском языке, на него будут фотографии в конце ролика. 200 грамм здесь. И также существуют другие вкусы. Сливочный, шоколадный и три шоколада. Покупала его в Перекрестке. Вот три шоколада не было. А жалко. Вот. Здесь вот с этой стороны пусто. Давайте его откроем. Так, ага, они у нас запакованы. Так, там написано 200 грамм. И довольно мало. Вот их тут 7 штук. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего 7 штучек. Будете знать, что их 7 штук всего. Довольно мало. Вот, давайте с вами сейчас мы одну откроем. На нашу с вами тарелочку. Вот так она выглядит. Также состав заодно и здесь, если вдруг кто-то захочет подарить кому-нибудь только одну штучку. Вот так она выглядит. Немножко переломленный такой шоколад. Может быть, я ее уже немножко потрепала. Так, и давайте ее разрежем. Вот она. Мне кажется, она даже немножко на птичье молоко должна по вкусу напоминать. Ради этого, в принципе, я ее и купила. Ну и давайте ее попробуем. Да, она напоминает птичье молоко. Такой, знаете, вкус детства. Наверное, вот как раз сливочное, чисто сливочное, будет как птичье молоко. Вкусное. Оно, кстати, стоило меньше 100 рублей по акции. Давайте его вот так разрежем. Вот он довольно мягенький. Такой вот он. Такой здесь даже пузырьки, как маленькая губка. Да, но можно, его можно подарить. Такие конфетки. Вкусное, неприторное, такое сладкое в меру. Мягкое, нежное, тепленькое. Ну, тепленькое у меня все, тепленькое. Послевкусие шоколад. Шоколад, кстати, довольно хороший. Чувствуется, в принципе, они сами хорошие.
качественный, и шоколад здесь качественный, не просто какой-то кондитерский, там, разбавленный непонятно с чем, а довольно хороший. И обратите внимание, что шоколад здесь потемнее, допустим, чем делал я обзор на другие конфеты, там он посветлее был. Это тоже о многом говорит. Не улетит, надеюсь, вам показать. Напишите в комментариях, кто пробовал такие конфеты, понравились они вам или не понравились, чем понравились, чем не понравились. Пробовали ли вы другие конфеты, особенно суфле сливочное? Похож ли он на птичье молоко или нет? Напишите обязательно. Мне кажется, похож, потому что как раз, наверное, вот суфле, птичье молоко и есть, наверное, суфле, я думаю, потому что что еще может быть? Не помню, я в детстве последний раз ела птичье молоко. Но, по-моему, мне кажется, он как раз такой же. Вот. Также на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарий. И всем пока-пока. Также смотрите мои влоги, где я воспитываю сынка маленького, другие обзоры. И всем пока-пока. Thank you.